Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Хейлер, и я приветствую вас на канале Хейлер Вижн. Сегодня мы с вами продолжим играть в Европу Universalis 4 с модом Этрус за Суасом. Так, ну что у нас тут? Мы начали Бреттань национализировать. И военные очки у нас опять просто рекой льются. Поэтому мы будем улучшать провинции. В военном плане. Так, вот это еще давайте бафнем, и все. Неплохо. Неплохо. Нам хватило, чтобы государство Саксония конкурирует с нашим врагом. С кем? С франками. Дания там далеко где-то находится. Да, я не против был заключить с ним союз, но вот в чем подвох. Слишком много дипломатических отношений. Я еще собираюсь высадиться в Британии, поэтому пока нет. Пока нет. Безусловно. А, что нам? Зачем нам большой флот, чтобы высаживаться в Британии, если у нас будет вот здесь вот свой союзник? Мы просто перейдем. Но потом, конечно, в перспективе надо его создать, этот флот, чтобы хотя бы 10 тысяч суметь перевести. У нас сейчас всего 5. Так, ну давайте сделаем тогда еще 2 кога. Перевозчика, пардон. Перевозчик 2. Это шутка была. Для тех, кто не понял, это была шутка. Запишите, будете потом друзьям рассказывать, скажете, вот такую шутку я знаю. Эдги. Красавчик. Гасаниды, мне показалось, Галисия, я думаю, что она здесь делает. А, вандалы же, они сюда перекочевали, я и забыл. Вёрткие ублюдки. Знаете, что там их... Мавры наши союзники, но зачем они нам, я не понимаю, правда, пока. Альтава, союзник Вестготов. А, ну тогда они нам пригодятся еще, может быть. Хотя, в принципе, ненужный союз для нас. Динбрак разорвется сам собой чуть позже, а военный союз мы разорвем прямо сейчас. Нет, я не буду возрождать с ними военный союз, само собой. Нам не нужен просто партнер вот здесь. Нам их хватает в Европе. Посмотрим на нашу инфляцию. Она не слишком велика, но давайте не будем жалеть средств тогда. Если уже 2%, то тут уже стоит пожалеть. Как бы, а пока 1,5, еще нормально. Не так все сильно мы теряем. Ну, это, конечно, высшая просто наглость, знаете ли. Но, однако, я буду воевать с Думнонией пока что. Поэтому на их единственную провинцию мы и сфабрикуем претензии. Кто там нападает? А дальше мы уже будем разбираться, с кем дальше нам воевать. Союзники Кента — это только франки. А у франков самих проблемы. Если Кент будет... Франки, точнее, будут не готовы поддержать Кент в войне с нами, то тут приду я. И начну резать кентских свиней, которые поклоняются своим языческим богам. Кстати, я не помню, не Кент, Эссекс. Кент они захватили. Да, вот, Кент они захватили. Ну, тогда эссекских свиней. Особой разницы для меня нет. Конфетка, конфетка. Так. Отлично. Нас раскрыли. Отлично. Просто прекрасно. Никто пока не решается вступить в военную коалицию против нас. Но я думаю, уже у многих накипело. Вяньцев скоро спадет, кстати, перемирие. Может, они не будут поднимать восстание? Да нет, они будут. Если только я не добавлю им, конечно, автономии. А, я не добавлю. У меня слишком большая армия, я слишком жадный, чтобы это делать. Так, кстати, какая у нас сейчас может быть? Угу.
тут надо все четко взвесить. Нет. Взвесил. Пока. Не хочу портить отношения с Сулейманами. Отлично, все не так плохо. Что значит 345 равно? Да, я понял вас. Это у кого-то просто руки из одного места растут. Алиман, кстати, не вступили, зря я застал. В принципе, мы могли бы их разгромить, но уже слишком поздно что-то менять. Мы фабрикуем кучу сейчас претензий, просто уйму. Война с Одоакром будет очень важной. Я позову в нее византийцев. Я думаю, они не откажутся хорошенько повоевать с ними. Я про одоакрцев. Ладно, слишком все сложно. Мне проще повысить этим бретонцам автономию. Бретонцам. Добро пожаловать в The Elder Scrolls. Так. 45-53. Мы можем сделать еще одну армию, которая будет 8000. Ну что ж, ладно, сделаем еще одну армию 8000. Пять, шесть, семь, восемь. И соберем новую армию вот здесь и будем ждать. Пока он сфабрикует претензии. Называет, не понял, Валериан вроде же дочка была. Может, тут девушки могут возглавлять армию? Ну ладно. Дадим ей небольшую. Готовились к войне. Мне прям в голове крутится. Принять культурные изменения мы можем, но не будем. Переборчил я с армией. Нормально вам? Да нет. А, флот теперь переборчил. Ну идите, типа. У нас дофига денег, мне плевать. Эта армия такая будет хилпующая, ходить будет что-то по мелочи захватывать. Так, кто там союзники Одоакра? Гесен только. Ребята слишком далеко просто-напросто. Византийцев я бы позвал ворваться со мной. А, Тюрингия, не Гесен. Тюрингия это называется. Все время их путаю. Санидов там гражданская война. Враги Одоакра.
Визготам и византийцам. В принципе. Прикольно. Мне сказали, что мне на тров зайдет женщина. И взошел мужик. Это сильно. Это прям... Это до костей пробрало. Я в шоке. Здесь с этим разорвался один брак? Да. Ура! Саксонцев. Союз. Ура! Жалко, что вы язычники. Так бы один брак заключил с вами. Да он в Германии женщины страшные. Че с ними миловаться, если можно красивых француженок кадрить. Авиньон. То есть вы предлагаете мне воевать с визготами, когда у меня союз с салиманами. Вы серьезно? Вы траву что ли накурились? Странно, как ставят приоритеты. Кто? Напрашивается вопрос. А вот те, кто задание вот придумал, кто мне вообще задание дает? Кто смеет давать мне королю задание? Вы что, офигели? А нам нужно еще стать империей. 571. Ну ладно. Горжане не требуют себе земель. Что не может не радовать? Потихоньку, полигоньку. Фабрикуются претензии. В принципе, мы уже можем нанять тех воинов, которых мы недавно распустили. Они уже проблем не создадут. Скоро претензия будет сфабрикована. Что значит отношение к врагам? Я вам восстание помог подавить. Вы охренели? Тут твари, конечно, все. Вот пойду я с византийцами и отдам их... им их земли. И все. И сгромим мы этих адакарских свиней. Вопрос в другом. Готовы ли византийцы к войне? Угу. Теперь нужно все взвесить. Моя армия это 53 тысячи человек. Армия... Как там их? Адакара? Адуакра, пардон. 100 тысяч человек. Охренеть. Армия Византии. 85 тысяч человек. То есть у нас в сумме 130 тысяч человек. А армия Тюрингии 13 тысяч человек. 13 тысяч человек? Да ладно, 13? Так, сохраняемся. Значит, сам... А, сейчас рано. Вот сейчас фабрикуем претензию, сохраняемся и прям без раздумий врываемся на этот Адакар, рвем их в клочья. И все. И все. С ними покончено. А мы короли. Корель бала. Да. Хороший план. Хороший план. Все? Нет, еще не все. Чуть-чуть еще ждем. Пару минут, секунд, лет. Все. Отлично. Все. Сохраняемся. Даем сохранение. Я люблю интересное название. 1-2-1-2-1-2. Это проще всего. Я всегда наберу их такими цифрками, потому что придумать что-то мне не хочется. Так, ну ладно, все, можно уже объявлять войну. Все. Ну, у нас явно больше. И флот у нас в 100 раз больше.
благодаря в основном византийским, конечно, галерам. Что ж, ждать ли ответных действий или действовать самостоятельно? Я думаю, лучше действовать самостоятельно. Эта армия идет в Геную. Ой-ой-ой. Ну что, значит, все армии идут сюда. И все армии отступают просто не знаю куда. А, вот эта армия вообще без команды еще. Ну, по кайф. Чего вам сказать? Прям классно. Византийцы сразу разгромили, начали захватывать свои крепости эти. Эпирус, все дела. То бишь Албанию. А нам нужно восстановить наши силы. Еще раз нападать умнее. Надо что-то придумать. Пойдем с той стороны, с которой они не ожидают нас убить. Возможно, не ожидают. Скорее всего, ожидают. А тут их уже поджимают византийцы. Так, кстати, на сторону Аскустанету. Это наша столица. Нет. Тогда я доволен. Того, что ни одна крепость не взята, я не могу никуда пройти. Они начинают давить на византийцев. Их огромная армия сейчас сконцентрирована здесь, а основные силы византийцев вот здесь. Вообще не пойми, где их основные силы. Они обещали мне 100 тысяч. Продолжать крутить вот эти кренделя, выписывать эти кульбиты вокруг Цюриха. А потом вступить в открытое сражение. О да, детка, I love you, нас было меньше почти в два раза, но мы вас уделали, о да. Потому что мы победители, а вы нет.
Кто главный в Европе, скажи мне в ответ. А я скажу, ты скажешь Адакар, а я скажу тебе нет. Главный в Европе это Суасон, еще Византия, а еще... Блин, где Леон? Прям бы было в тему, в рифму. А еще Мзап. Мзап красивый звучит, мне нравится. Я думаю, это поражение немного их, так сказать, оконфузило. Они немного не ожидали, что все будет так плохо. А я немного не ожидал, что вот эти ребята нам будут отмешать. Я надеюсь, что они здесь захотят тут повернуть. Да, и вступ в сражение. Ура! Спасибо вам, Вестгот. Я всегда вас любил. Вы отличные ребята. Отлично, мы отступили сюда. Снова мы отступаем, но как бы... Ты что творишь, что приду? Я не тебе говорю отступать, а другим ребятам. Ты что, похож на того, кому нужно отступать? Ну вот и не отступай. Настоящие мужики не отступают. Они меняют свое местоположение. Да. Ну к тому же захватим эту. У них уж нехватка воды, мы уже... Я уже устал захватывать этот Бригантиум. Еще командир сдох. Отлично, что византийцы их разбили. Это просто прекрасно. У нас тут в Бригантиуме армия без командира. Отлично, наконец-таки. Да, и мы прокачали технологии, и мы... У нас технологический прогресс идет дальше, чем у них. По боевому духу, что самое главное. Поэтому это очень важно. Не-не-не. Вы пойдете вот по такой траектории в Мюнхен. Забудьте. Короче, вы пойдете вот так. Вы пойдете вот так. А вы пойдете вот так. Все, вы поняли? Отлично. А, вы же можете в Аугсбурге спокойно стоять, вас никто не тронет здесь, по-моему. Там же все перекрыто. Монарх, который типа то ли женщина, то ли мужчина, не пойми кто. Ура! Мы успели хилтануть нашим союзникам. Теперь нам нужно хилтануть самим себе. Разбить эту армию тюритки. Неожиданно в бой вступает еще одна наша армия. Мы их с легкостью разбиваем. Что такое вообще тут произошло? Дакарские бляди. Почему вам так нравится портить мне настроение? Они даже на белый мир не согласны. Тюринги из войны было бы вывести неплохо, конечно. Я так понимаю, у них рекрутов нет, да? Угу.
Да, рекрутов у них также нет, они истощены. Практически полностью истощены. Опа, нежданчик. Вестготы подождали, чтобы ударить мне в спину. Ну что ж. Ладно. Мы направимся и разобьем сначала армию Тюринги, а потом Вестготов. Все-таки хватило нам сил. Мы выиграли, мы выиграли! Ура! Хватило все-таки нам сил. Это прям прекрасно, я вам скажу. Но армию они нашли, куда перенаправить, к сожалению. Поэтому мы направимся им навстречу, наверное, все-таки. Сколько жизней наших солдат потеряно, чтобы просто отвлечь внимание вот на этом фронте. Я уж и потерял счет этому. Византийцы нас просто обожают. Но к оружию мы нас их призвать не можем. Мы опять отступаем очень далеко и надолго. Эта шутка явно затянулась. Надо сначала вывести Тюринги из войны. У нее нет никаких требований, понимаете? Она все. Потратим любые средства. Воскресная школа? Хм, неплохо. Только какой нам сейчас от этого порог, я не понимаю. Наша первостепенная задача — хоть этот фронт удержать. Пришлось применить тактику бей-беги. Но, однако, пару битв мы все-таки выиграли в этой сложной войне. Так. Отклоним пока. Наши силы больше, чем их силы. Они готовы на небольшие наши уступки. Точнее, они ждут, что мы будем готовы на небольшие уступки, и все. Я надеялся на большую византийскую армию. К сожалению, она не... Ну, как-то... Не знаю, для меня была незамечена осталась. Сейчас стоит переписать, я думаю, эту серию, потому что все слишком уж плохо. Перспектив для победы так и не видно. У них нет требований, понимаете, вот в чем дело. Пока ни за какие коврижки не согласятся выйти из этой войны.
длительность войны уже их скоро подрубит. Что же делать? Прекрасная, прелестная, я бы сказал, армия генерала. Которая даже нас тоже погромила. Стоит вернуться к тому сохранению, где мы не воевали с Адакаром. С Адуакаром, пардон. Эта война слишком нас истощила, и никаких особых успехов вряд ли нам принесет, потому что их армия слишком уж велика, а нас начали давить со второго фронта, поэтому тут я все пересмотрю и загружу сейчас игру вот эту вот. Как раз перед войной с Удуакром. Мы все переиграем, мы не будем воевать с Удуакром, мы будем воевать с английскими княжествами. Такими как Кент, Домнония и прочие. Прочие. Так-с. Что ж будем делать-то мы с вами? Не знаю. Агрессивные переговоры? Всегда работает. Что ж, попросим проход войск. У арибатов. Отлично. И перевезем. Так, кстати, почему у нас вот эта армия без командира? Это пиздец. Да. Ну что ж, пусть это тогда наш горе-король возглавляет вот эту армию. А вот этот более-менее нормальный генерал, вот этот. Вот этот самый классный. Такой. Больше всех нравится. Нам, в принципе, хватит одного вот этого полка. Чтобы... захватить пол Британии. Отлично. Модификация всегда приветствуется нашим развитым государством. Кто опять у нас сдох? Тот самый генерал, как раз который я так боготворил, он в дороге, видимо, не выдержал. А, нет, все в порядке. Он выдержал. О, он живой. Ну что ж, значит, мы сейчас захватим Думнонию. Агент, что там у нас? Агент нам заключал еще союзов с кем там? Восточная Англия. Это кто? Это где точно? Вот! А мы с ними тоже повоюем чуть позже только, ладно? Хорошо. Договорились. Так, ладно. Хорош болтать, давайте объявлять войну. Позовем арибатов. Не будем их, конечно, обещать ничего. Абсолютно. Так, лучше вот здесь, да, да. Дело завершилось полным разгромом их флота, объединением нашего на время войны в единую силу. И оккупация их портов. Ну, не оккупация, как это правильно называется, а блокада. Морская блокада Думнонии. Захват Думнонии ознаменует собой начало покорения всей Англии великим Суасоном. Конечно, мы дадим себе вам проход. А если все будет так, то Вестготы, конечно, не рискнут нам объявить войну. Слишком они ж... слишком уж они сакуны. Им, во-первых, что не везет. Ага. Угу. Полностью просто разнесли в щепки весь их флот.
Теперь отправимся сюда. Так, стоп. Просим прохода у Диведа. Они нам его без проблем дают, потому что они, не знаю, придурки. Они так рады, что мы захватим всю Англию вскоре. Конечно, самым последним, кого мы захватим, это будут наши союзники. Конечно, они не передумают быть нашими союзниками. А так мы с радостью будем захватывать всех подряд. Наконец-то мы вошли сюда. И просто начинаем захват всего, что осталось, так скажем. И захватим вот эти две провинции в свой состав. Полностью давайте государства включим. Я думаю, неплохо было бы этим ребятам задуматься о вступлении в наше государство в качестве вассала. Но они... Они об этом пока не думают. Они думают, что они... Ого-го, какая сила вообще. И намного способная. Но я их разубежу в этом очень скоро. Когда раздавлю... Я, точнее, уже... Нет, когда раздавлю вот эту их армию... Где она, кстати? Сколько там 2000? Когда раздавлю их огромную 7000-ную армию, как букашек. Мы, конечно, поднимем автономию, потому что нам не нужны какие восстания в новых провинциях. Нам еще их перекрещивать, тем более. Отлично. Сначала с Гуньет. Давайте мир. Давайте жить дружно. Суки. Не можем. А вот это я не подумал. Давайте сделаем их вассалом. И пусть они, если уж они наш вассал, заплатят кучу денег. Вот они будут нашим вассалом. Пусть так. А вот Думнонию мы присоединим прям вот железно. Ну, конечно, день. Разумеется. А, не понял. А что у нас? У нас такой реальный всегда цвет был, да? Я что-то как-то сначала трогнул даже. Так, Думнония. Что с тобой делать? Повысим тебе автономию, пожалуй. Вся Англия вступила в военную коалицию против нас, походу, тут. Да, бургунцы. Дайра какая-то, Городин. Давайте, я готов. Ох, какая большая коалиция против нас оказалась. Прям вот. Прям вот все всполошились. Мне нравится ваш ход ваших мыслей. Ну, значит, пришло время залечь на дно ненадолго. Европка? Европка? Европка, Универсалис. А вот почему не было 75 тысяч? Вы посмотрите нижнюю часть экрана. Почему не было 75 тысяч, когда я воевал? Что-то вообще подлагнул Европка. Европка, не подводи меня. О, все. Разлагалось. А, я заб... Ну, конечно, я же тупой. Простите меня. Воскресная школа, это хорошо. Давайте-то перекрестим их. Что с ними? Вообще церемонится. Первый пошел. Смотрите, королями сумрака себя почувствовали бы. Охреневшие морды. Просто рил охреневшие. В конец офигели. Ой, ё-ё. Отступим. Да, заключили военный союз. Да молодцы какие вы. Сейчас я вам медаль выдам. Ну да чья.
Совсем охренешь. Это просто у меня слов нет. Какие-то британские княжества. Вы офигели, что ли, ребят? Вы там не приборсели? В своей Британии. Чего там курите? А мы отступаем? А почему? А да потому что зачем нам воевать? Ну, реально что-то оборзевшие ребят, конечно. Что-то я пропустил, видимо, да? Да. Так, сурово пропустил довольно-таки. Объединенный союз английских племен нафаршировал меня как утку на Рождество. Я думаю загрузить автосейв какой-нибудь очень интересный. Допустим, old автосейв. Да, давайте посмотрим, что он из себя вообще представляет. И... что-то я прям напрягся. Весь мир против меня, весь мир против меня, я всего лишь захватил сраную Думнонию, вы что, серьезно, народ? Ладно, обещаю, что больше никаких диктаторских замашек не будет. Отклонить, конечно. Вы что, думаете, я вам дам право на проход? Вы что, с ума сошли, что ли? Так, ну здесь мы еще можем. Здесь мы еще могем. Здесь мы еще тащим. А заранее отведем нашу армию с границ. Подальше. Подальше. Ой-ой-ой-ой. Так, храм можем потом. Храм можем потом. Мастерскую. Да нет, идите в жопу пока. Хотя храм был бы неплохо. Только где его строить-то? Давайте в столице, что ли. Давайте мастерскую построим, что ли. Тут большие доходы здесь в некоторых областях. Вот здесь. Ох, вот здесь, в компании, вот здесь. В Бургундии. Очень неплохие доходы с этого можно собирать. Так, если я заключу мир с Думнонией только что. Они еще не согласны на это, представляете, какие они борзевшие? Они считают то, что они крутые, типа. Типа. Ладно, давайте тогда будем издали так начинать свое покорение Англии, захвата Думнонии и не более того. Тем более все остальные княжества пока нас любят. Пока. Ключевое слово пока. Отлично. Прекрасно. Великолепно. Весь их флот мы разнесем в щепки сейчас. Сейчас. Ага. Сейчас. Все. Отлично. Венцо хорошее мы производим. Это вообще прекрасно. Так, мы не будем вас вассалить или захватывать, чтобы никого уж чувства не задеть, не дай бог. Вы разрываете свои союзы и выплачиваете нам огромные деньги. Огромные. Но я думаю, если я заберу то, что по праву мое, никто сильно не будет протестовать. И тут у них еще денег столько, да это да, офигеть. Дайте на земли моих союзников любимых, конечно же. Отлично. Ни у кого, надеюсь, не возникло желания вступить в коалицию, там, начать со мной воевать. Мы перемещаем свою армию в Думнонии и скоро начнем национализацию, а пока там повысим просто автономию. Мы почти отстроили все здания. Все вообще восхитительно просто происходит у нас. Просто прекрасно.
Византийцы так неплохо там что-то бычат на Дакар, собрали 100-тысячную армию. Вообще просто меня это не может не радовать. Прекрасно. И начинаем национализацию. Культура валийская. Валийская. Англосакская. Вот она здесь начинается. А так тут довольно-таки много кто валийскую культуру поддержит. А здесь пиктская. Ирландская здесь. Понял. Давно не была нами захвачена, но многие державы... Точнее, многие державы расстроились из-за этого, но... Как бы надо просто придержать свои завоевательные амбиции ненадолго. На неопределенный, так скажем, срок. И уже со спокойной душой пойти войной на Адакар, наверное, Бургундию там. А пока долго уже серия идет, очень долго по сравнению с прошлой. С вами был Хейлер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, также на канал Twitch. Смотрите там стримы, они скоро там будут. В основном стримлю пока Рюкю. Всем до скорой встречи, всем пока-пока.